Всем привет! Мы приехали с ребенком в детскую поликлинику. Мирон, подожди, пожалуйста, подожди. И у нас было, вызвали такси, в общем, и было такое квест-путешествие. Такси приехал полностью замерзшим, полностью. Боковые стекла, зеркала вот этого заднего вида, все было замерзшее. Я не знаю вообще, как он ехал, каким образом, но как-то, в общем, мы доехали. Даже лобовое стекло было замерзшее. Там себе отогрел, я не знаю как. Подул, наверное, на стекло такие маленькие окошечки, куда можно выглядывать. В общем, мы приехали в поликлинику. Думаю, будем выписываться. Заходи. Ой, холодно. Сегодня 40 градусов мороза. Очень холодно. Норильчане в такую погоду пешком не ходят, ездят на такси, тем более с детьми. Заходим. Заходи. Заходи, заходи, заходи. Я не знаю, выпишут нас или нет, потому что Мирон еще кашляет, но температуры нету. Но будем надеяться, что выпишут. Надо выходить на работу. Пошел ты. Пойдем. В раздевалку раздеваться. Как ни странно, сегодня мало народу, но мы идем без записи, мы идем по живой очереди, потому что в нашу поликлинику почему-то по телефону не запишешься. Ну все, нас выписали, сейчас пойдем печать поставим. Выходные переживем и в понедельник на работу, а то у меня получились длительные выходные, новогодние праздники, потом больничные. В общем, у меня январь месяц, это месяц каникул, так скажем. Идешь, Мирош? Да. Стой, будем ждать здесь такси. Такой вот у нас сегодня туман на улице. Вчера был ветер, а сегодня у нас мороз. 40 градусов. Вот. Что, сыночек? Закрывай ротик давай. Ротик прикроем вот так вот. И будем ждать такси. Вообще в Норильске такси — это такая актуальная услуга. Люди пешком практически не ходят. Такси сегодня, вот я вызывала, 150 рублей. Но это в зависимости от погодных условий. Бывает, за 120 можно вызвать. Мирон, куда пошел? Бывает, что 180 и 200, когда, например, пурга или очень сильный мороз, такси вызвать нереально, невозможно. Ты где там у меня, господи? Я уже испугалась, куда делся мой ребенок. Вот хватает буквально 2 минут на улице, чтобы замерзнуть. Где же наше такси? Когда очень холодно, еще и такси не вызовешь, потому что люди не выходят на заработок, жалеют свои машины, потому что машины-то тоже, конечно, замерзают. Обычно вот здесь таксисты стоят, прям подпирают друг друга возле поликлиники. Сейчас вот никого нету. Мы такси вызвали уже минут 5 назад. До сих пор нам не перезвонили. Никто не берет нашу заявку. Но надеюсь, мы поедем домой на адекватной машине, которая не будет замерзшая, на которой мы ехали сюда. Еще и водитель был такой очень-очень молодой. Парень неопытный. Ну, в общем, было довольно-таки страшновато. Не звонит такси, не перезванивает. Ну вот, перезвонила такси. Подъедет к нам черная машина. О, все, я уже замерзла. Что-то мы рановато вышли. Вышли, хотела заснять видео.
показать вам, какой у нас мороз на улице. Ну, можно было выходить чуть попозже. И вот наша машина подъехала черная. Пошли. Пойдем. Давай ручку. Давай, 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 давай. Скорей, скорей, скорей. Хорошая машина подъехала. В ней будет тепло. Да. Вот такие у нас сугробы, январь месяц. Это время, самое время морозов, а у нас уже выпало вот столько снега. Представляете, что будет? Еще впереди февраль, март, апрель, когда будут большие пурги. А уже вот так вот все замело. Коммунальщики в этом году совсем не хотят работать. Норильск весь в снегу, ничего не чистят, дворы не чистят. У нас вот такой двор впервые, никогда не было столько снега. У нас вообще, видите, какой двор прям, места много есть, где разгуляться. У нас всегда грейдеры, трактора постоянно чистят. Все, иду, сыночек. А в этом году... Все, заходим. А в этом году все норильчане жалуются. Ну все, пришли мы домой. Выписали нас больничного. Ура! Да, ура, да? Мираша пойдет в садик, а мама на работу. Это наша дверь. Все, заходим домой. Всем пока!